Здравствуйте. Днем 7 января 2021 года в Балаково Саратовской области на пересечении улиц Минской и Комарова произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись отечественная «Лада Нива» и ВАЗ-2110. Различные травмы получили 4 человека. С места аварии их госпитализировали в больницу. Столкновение произошло в 12:50 по местному времени. По предварительной информации, 37-летний водитель отечественного автомобиля «Лада Нива» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2110 и допустил с ним столкновение. Как уточняется, «десятка» двигалась по главной автодороге в прямом направлении. В результате столкновения пострадали 4 человека. Водители – 37-летняя пассажирка «Нивы» и 2 пассажира «десятки» – 23-летний парень и 19-летняя девушка. С различными травмами их госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Будьте крайне внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и особенно скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь других участников движения.